Лучших врачей, фельдшеров, медсестер и водителей подмосковной станции скорой помощи наградили в Красногорске. Отметкой заслуг стали вымпелы, которые вручили особо отличившимся в минувшем месяце специалистам медицинской службы. Выявить самых достойных помогли пациенты. Это система оценки, которую организовал Министерство здравоохранения совместно с руководством скорой медицинской помощи Московской области. По этой оценке автоматически гражданам, которые пользовались услугами скорой медицинской помощи, звонит автоматически робот Светлана и спрашивает по критериям оказания медицинской помощи скорость, качество, вежливость. Вот эти критерии основные, которые оценивались. Оценивать качество работы скоропомощников жители Подмосковья продолжат до конца года. Медики, удостоенные наиболее высокой отметки, она определится по итоговому количеству вымпелов, получат денежную премию. Кроме того, по результатам голосования будет определена лучшая в Подмосковье подстанция. Всего их 50, не считая постов. В областном Минздраве убеждены, нововведение – хороший способ не только мотивировать специалистов скорой помощи, но и поблагодарить их за труд.